мы как будем делать? Мы построим с вами как взаимоотношения? То есть я 50 минут где-то буду учить, у нас перерыв, потом мы опять собираемся, пообщались с вами, чтобы поняли, что не поняли. Может, я что-то такое говорил, а вы имеете другое мнение по этому поводу. Вот. И это нормально, то есть здесь нет ничего такого удивительного. Мы с вами общаемся минут 5, 7, 10, и потом опять я 50 минут учу. То есть, значит, смотрим, что я буду вам сегодня давать. Это такой симбиоз опыта, слез, переживаний. Я хочу сразу, чтобы вы поняли, я как бы общался немножко там, ну вот, уже с людьми, до этого там с лидерами, те, которые начинают быть лидерами. Я так понимаю, что здесь может не все лидеры, может кто-то хочет быть, кто-то начинает быть. Я хочу сразу, чтобы вы поняли одну очень супер важную вещь. Лидерами, вот кто становится лидером, он никогда не готов быть лидером. Это чтобы вы поняли. То есть Бог не так делает, он говорит: о, вот этот готов, этот готов, этот готов. Если мы посмотрим вообще на протяжении всего Слова Божьего, я даже не помню таких вот там пророков, апостолов или просто лидеров, которые, когда Бог их звал, они говорят: Бог, я уже жду тебя 350 дней, где ты ходишь. Я уже готов. Давай быстрее. Ну, не встречал я таких. Но встречал я наоборот. Когда Бог звал людей, они говорят: Бог, я не готов. Я вообще, я говорить не умею. А я молиться не умею. А я вообще не знаю, как быть. А третий говорит: я молод. А четвертый говорит: я старый. А пятый говорит: я бездетный. А шестой говорит: то есть у каждого были свои отмазки. А я бизнесмен, а я молодой, там, ну, как бы, предание говорят, что Иоанну было там 16 лет, когда Бог его позвал. То есть, поэтому, есть, ну, если хотите, так можете себе записать, есть благодать для лидерства. То есть, есть, это Божья, божественная благодать, чтобы быть лидером. Ну, а лидером молодежи. И я хочу, чтобы вы поняли, как бы само лидерство, оно мало чем отличается. К примеру, я имею в виду, лидер там прославления, он, ну, если брать в самом призвании лидерство, он мало чем отличается, там, к примеру, от лидера молодежного служения. Вот почему? Потому что это лидерство. Но если брать ход служение, то, конечно же, оно отличается. И когда Игорь мне сказал, что я проводил у вас семинар по лидерству, я говорю: Игорь, я вообще как бы не молодежный такой проповедник. Ну, я... Видите, когда тоже мне благодать нужна была для этого. Вот. И он говорит, ну, он вдохновил меня. И я хочу, чтобы я сегодня буду говорить как пастор немножечко. То есть уже с позиции пасторства, видения, самого лидерства. Но я тоже начинал как прихожанин церкви. Я пришел в церковь, где было очень мало людей. Я пришел в церковь, где было там 7-8 человек. Это была маленькая церковь, я единственный освобожденный от наркотиков был человек в этой церкви. Меня там окружили все, там писали вокруг меня какое-то время. Вот. И потом Бог, я решил посвятить свою жизнь Христу, и Бог, он начал поднимать. И вот, наверное, там это было там, лет 15 назад, вот с этого момента начались мои переживания лидерства. Вот эти переживания, я хочу вот именно этими переживаниями, основанными на Слове Божьем, я сегодня буду с вами делиться. И, конечно же, ну,
Прежде всего хочу сказать, что наш Бог, по сути, Он имеет лидерские задатки. Он сам по себе лидер. И я хочу, чтобы вы поняли, подобное рождает всегда подобное. Это истина. То есть, да, Писание говорит, что семя породу его. То есть, другими словами, если наш Бог лидер, Он будет поднимать лидеров. И когда-то мы поставили, ну, я занимаюсь служением реабилитации в Житомирской церкви. Здесь я пастор, там я помощник и занимаюсь реабилитацией. Я для себя поставил цель, что из моего служения будут подниматься лидеры служений и пастора. Конечно же, я об этом молился и постился. На сегодняшний день большинство пасторов, которые есть в Житомирском регионе, это выходцы из служения реабилитации. То есть подобное рождает всегда подобное. Это важно, чтобы мы понимали. Это важно. Поэтому Бог, Он способен брать, к примеру, бездетного Авраама и говорить, что у тебя будет много детей. Он может взять косноязычного Моисея и научить его проповедовать так, что за ним пойдут многие-многие. Помните об этом. Если брать всех лидеров из Библии, всех до единого, и как бы провести одну красную черту, у них есть такие их связывающие вещи. Вот если вы хотите быть лидером, ну действительно, знаете, за поклыканием, призванием, за призванием, очень важно. Эти люди всегда любили Бога и хотели Ему служить. Лидеры. Понимаете, в чем проблема? Мы очень часто, я читал в интернете, я смеялся очень много с примером. Есть такая индийская пословица: если лошадь сдохла, ее нужно оставить. Что делают очень часто христиане? Они устраивают конференции для дохлых лошадей. Они собирают дохлых лошадей вместе, считая, что если дохлые лошади вместе, они быстрее бежать будут. Или же они устраивают молитвенное служение для дохлых лошадей. Есть такое понимание, и это очень важное понимание. Нельзя никого заставить любить и служить. Это важно. То есть я не говорю сейчас, чтобы мы оставляли отступивших. Я не касаюсь этого вопроса. И я сегодня говорю вот что, чтобы мы понимали, что, ну, как бы, если человек не любит Бога, ну, нереально, ну, давай будем любить вместе. Типа, если он рядом с тобой, то он будет любить Бога, если он не рядом с тобой, он не будет. Ну, это, понимаете, это всегда желание. Желание любить, оно видно. Желание любить, оно видно. Ну, я всегда привожу этот пример на библейской школе в Киеве. Вам тоже приведу, понимаете, вот в церкви тоже говорю очень часто. Если я приду к своей жене с букетом цветов, там вечером пришел, я тебе говорю, люблю, дорогая, все, я пошел спать. На второй день я же прихожу с букетом цветов. Я даже говорю правильные слова. Я тебе люблю, дорогая, все, пока. Я пошел спать. На четвертый день она вызовет скорую помощь. Почему? Потому что то, что я делаю и то, что я говорю, не есть то, что есть у меня внутри. И это всегда чувствуется. Это всегда переживается. Поэтому, когда у вас встанет вопрос подбирать людей в служении, в лидерство, мы будем с вами говорить, чтобы мы молились о помощниках, чтобы мы молились о лидерах в служении. Вот здесь нужно всегда руководиться вот этим внутренним движением, свидетельством Духа Божьего. Не просто... Есть люди, которые, они классно говорят, они классно вообще, то есть они харизматичны по себе, внутри. Его вообще, его поставили на площадь, он вокруг себя соберет толпу 5000 человек за 3 секунды. Без вопросов. Ты выйдешь, он вышел, и все, 5000. Но собрать людей и любить людей, это две разные вещи.
Это две разные вещи, абсолютно между собой никак не связанные. Очень часто. Очень-очень часто. Поэтому, когда мы с вами говорим, если мы говорим о лидерстве, то мы сами по себе должны молиться: «Бог, я хочу любить тебя. Я хочу любить тех людей, которым я буду служить». По-другому нереально, невозможно. Вы не сможете им служить. Вы не сможете быть рядом с Богом. Понимаете, помните, Библия говорит, пророчества умолкнут, там языки, там что-то там, вера угаснет, а любовь остается. Вот вы как лидеры, вы в своей жизни переживете момент, когда у вас не будет ничего вообще. Останется только одно, вы встанете и скажете: «Бог, я тебя люблю». Вот это единственное, что будет вами двигать. Это единственное, что даст вам силы идти дальше. Это единственное, что даст вам силы пережить, там, когда вас там обвиняют ложные и так далее и тому подобное. Скажите: «Бог, я тебя люблю». «А откуда ты знаешь?» «Не знаю». «А как?» «Я люблю Бога». Вот все лидеры, их объединяло одно. Они страстно любили Бога. Когда-то, когда я молился, я говорю: «Бог, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю». Пришел дьявол. Он говорит: «Ты лжешь». И я сразу стою: «Ну не люблю я Бога так, как я говорю. Ну нету во мне этого». И дьявол говорит: «Смотри, ты говоришь, что ты любишь Бога, но на самом деле ты Бога не любишь». И Бог мне, в мгновение приходит Бог, и он проецирует мне картину такую. Мой сын подходит ко мне и говорит мне: «Тату, я тебя люблю». Ну вот, скажите, ну вот, нужны ли мне от него в этот момент доказательства? Там прям докажи мне, что ты меня любишь. Есть момент, когда слов «Папа, я тебя люблю» достаточно. И это очень важно. И чтобы вы не стеснялись приходить к отцу, говорить: «Пап, люблю тебя. Люблю тебя вот так, как есть. Ну вот как-то, как у меня вот так вот получается, но люблю. А если не получается, хочу любить. А если вот, то есть хочу страстно любить вообще». Моя жена говорит, что я не романтик и не страстный. Но я всех учу, что нужно быть страстными, любить. Это, я не говорю сейчас об эмоциях, потому что можно там учение давать, что любовь — это не только эмоции, любовь — это принятое решение. Это действительно так, что зачастую любовь — это принятое решение. Но я только вам сейчас даю вот эти переживания свои. Что еще можно сказать о лидерах в Библии, которые говорится, всегда рядом с лидерами были люди. То есть лидера определяет его команда. Чтобы вы поняли, лидер пойдет настолько далеко, насколько далеко способна идти его команда. Лидер будет там, где может быть его команда. То есть, вот смотрите, я сейчас вам немножечко объясню то, что я хочу вам сказать. Смотрите на Иисуса Христа. У Иисуса Христа, мы все говорим, было 12 учеников. Это и правда, и неправда одновременно. Потому что у Иисуса учеников было гораздо больше. У Иисуса служителей было гораздо больше. Если брать, то мы читаем в одном из мест из Писания, где написано, он 150 послал на проповедь Евангелия. То есть было как минимум 150, которым он доверял, чтобы проповедовать Евангелие. Среди этих 12 было трое, которых он брал с собой в самые тяжелые времена. Когда нужно было верить, когда нужно было стоять, когда нужно было, то есть перед, и был только один, который исповедовал, что Иисус Христос есть Сын Божий. Я хочу, чтобы вы поняли, чтобы вы не боялись, в вашей команде всегда будут разные люди.
И это нормально. Ваша команда не может быть одинаковой. Она, то есть, ну не может. Это одни будут там, что ты сказал, бежать уже надо, хорошо. Будут те, которые, ты еще не успел фразу закончить, они уже на 200 метров впереди тебя даже. Были такие, будут такие, которые, ты сказал, на него смотришь, он такой сидит, и ты понимаешь, что как бы вот твоя речь где-то на полпути между ним и между тобой. А есть, то есть разные вообще будут. Есть те, которые, когда вам нужно верить, когда вам нужно, ну вот, вы понимаете, что сейчас вот единственное, что нужно, то нужно верить, вы возьмете этих людей. А будут люди, которые, ну вот, знаете, у меня есть знакомая сестра, она молитвенница вообще. Она молится там, я не знаю, сколько она молится, я думаю, Господи, Боже, сколько она нормально, хорошая сестра, ну, с головой все в порядке. Она молится, она там, аллилуйя, да-да-да-да-да-да-да. Но я хочу вам сказать, если мне придется когда-нибудь решать вопросы в облдерж администрации, я пошлю туда другого человека. Не потому что она плохая, а потому что это разные люди. Если туда, она там придет, сразу же из всех бесов начнет выгонять там, говорит, что вы гады, ничего не понимаете, короче, то есть, ну, тут нужно верить, тут нужно за людей бороться, а вы тут сидите, казнокрады. Но я знаю, что тех, которых нужно послать там в облдержадминистрацию, если мне нужно, чтобы за меня кто-то суд стоял, постился и молился, я не скажу. Почему? Потому что это как Петр, Иоанн, там и кто еще третий, с Иисусом в Гефсиманском саду. Пришли! Что, надо молиться! Иисус, не вопрос вообще. Ты же знаешь нас. Иисус пошел, они... Они нормально себе. Псалом. Псалом 126:3-4. Псалом 126:3-4. Нет, сейчас я Библию открою. Псалом 126:3-4. То есть не бойтесь, когда у вас люди. Люди в вашей команде, они неоднородные. Это вообще даже очень круто, если в вашей команде неоднородные люди. Я всегда, ко мне очень часто приходят лидеры, говорят, пастор, ну вообще, ну тот такой. Я говорю, ты радуйся, что они у тебя такие. Потому что если они разные, это значит, ты можешь далеко пойти. Да, и вот написано, вот наследие от Господа, дети. Есть дети физические, а есть дети духовные. Так вот, духовные дети – это тоже наследие от Господа. Если это наследие от Господа, значит, мы должны молиться об этом наследии. Когда-то моя жена, когда она носила Вику, была беременна Викой, она, я слышу, она там молится, Господи, я хочу, чтобы она была такая, чтобы она была такая. А я такой говорю, а как вообще? Она говорит, написано в Библии, Бог соткал меня в чреве мамы. То есть это значит Бог, когда еще ребенок там зарождается, растет, Бог так, что у него, какие глаза голубые, а волосы какие, волосы вот такие сделают ему. А ноги длинные или не длинные. То есть я не знаю, как Бог это все делает. Это в его компетенции, но факт заключается в том, что Бог творит. И если Бог творит, значит мы можем молиться о том и высказывать Богу свои пожелания. Помните, да, Бог пришел, чтобы уничтожить Содом и Гоморру, а Авраам говорит, ну может, если там 100 человек найдется. Бог говорит, хорошо, ради. Ну может 50, хорошо. То есть Авраам предлагал свои идеи, Бог их одобрял. Поэтому, если Бог говорит, что дети – это наследие от Бога, значит, я могу молиться и говорить, Боже, я прошу, чтобы у меня было много, большое наследие в моем служении. И я прошу тебя, чтобы вообще… И следующий стих, что стрелы в руке сильного. Что такое стрелы? Стрелы – это продолжение твоей руки. То есть ты взял стрелу и пустил. И вот куда ты не можешь забежать,
в одну секунду, куда не может твоя рука достать, твоя стрела достает. Вот то и есть команда. Команда, она достает там, где ты не можешь. Я, к примеру, мне нравится учить, мне нравится быть пастором, но я не евангелист. Ну вот, вот есть, я молюсь и пощусь об этом, чтобы быть евангелистом. Ну, я могу проповедовать перед 1000, 10, 15, 2 человеками. Мне вообще не важно. Но вот, как бы вот выйти и проповедовать Евангелие, я выхожу, у меня как клинит. Ну вот, как бы вот такое, вот у меня есть жалоба плоти. Моя жена говорит, ты ведь танцуешь, как говорит, как по пояс деревянный. Ну я и сам по себе чувствую, знаете. Я хочу расслабиться, я хочу так. Хотеть это не значит уметь. Очень много людей много чего хотят. Поверьте. Вот, поэтому очень важно, чтобы вы молились о командах. Чтобы ваши, поймите, многие лидеры, они умирают не потому, что Бог перестал им доверять, или потому, что Бог перестал им доверять, и, вернее, желать, чтобы они дальше занимались лидерством. Многие лидеры, они умирают, потому что они все возложили на себя. Они всем занимаются. Что там? Там поменять партнерс, я бегу. Там дать конфету, я бегу. Там, и если вначале, пока у тебя есть дерзновение, ты этим всем, тебе нравится этим всем заниматься, через какое-то время ты устаешь, а через какое-то время ты начинаешь раздражаться на этих людей. Вы что, не понимаете, что такое? Кому можно? Скажите, мне не верю. У Моисея даже такая проблема была. Кстати, Моисей именно по этой причине не вошел в обетованную землю. И если вы будете читать в начале исхода, когда народ израильский жаловался, Моисей говорит, Боже, ну это ж твой народ, ну помилуй его. Если вы будете читать в конце, когда народ израильский, он говорит, вы жестоковыйные, вы люди с ним, то есть уже сердце ожесточилось. Он уже, то есть он настолько много нес на себе. Слава Богу за... Дядюшка, там кто-то, ну, тесть Иофон, да, тесть. Вот он ему подсказал, говорит, не все, он бы умер бы раньше в России. И если бы он не понял вот этот вопрос, мы с вами поговорим, делегирование и передача помазания. То есть это должно быть у вас. Вообще, то есть, ну что я молодой, и что я буду возлагать руки на людей? Да, если ты лидер, именно для этого Бог тебя и поставил. Возлагать руки на людей, молиться за людей, вдохновлять их. И третье, что объединяет всех лидеров, ну, это то, что как бы я пойду от негатива. Они все говорят, я не знаю, ну, я верю, что Бог меня призвал, но хочет ли Бог, чтобы я был большим? Я хочу, чтобы вы поняли, у большого лидера большое влияние. У большого влияния всегда большие плоды. У больших плодов, чем больше плодов в Царстве Божьем, тем меньше царство дьявола. Бог заинтересован в лидерах большого влияния. Марка, 10 глава, 42-45 стих. Евангелие от Марка. Так, Евангелие от Марка. Забыл, сам сказал, сам забыл. 10 глава, 42-45 стих. Да, Евангелие от Марка, 10 глава, 42-45 стих. Мы с вами прочитаем. 42-45 стих. Иисус же подозвав и сказал им, вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, так, 43 стих, но между вами не будет так. Кто хочет быть больше между вами, да будет вам слугой. То есть, да, Иисус дает принцип лидерства.
Я думаю, что вы наверняка все читали эти принципы лидерства, что кто хочет быть большим. Меня интересует другой вопрос. Здесь написано, кто хочет быть большим? Чьи это слова интересны? Это слова Иисуса Христа. То есть для меня это говорит вот о чем. Бог не против больших лидеров. И это не есть проявлением гордости, когда ты молишься, ты говоришь, Боже, я прошу у тебя большого служения. Я прошу у тебя больших плодов. Я прошу у тебя больших перемен. Просто здесь очень важно понять, что если ты хочешь быть большим, когда-то я молился, я говорил, Боже, дай мне церковь хотя бы 100 человек. Он говорит, не вопрос, ты должен стать пастором 100 человек. Вот и все. Вот что Бог говорит, когда ты хочешь большие вещи иметь в своей жизни. Бог не против больших лидеров. Да, ну, может, Бог, ты как бы не совсем видишь меня лидером. Писание говорит, кто епископство желает? Правда? То есть Бог говорит, ух ты что, епископом бы желал? Ты что, гад вообще? Ты на себя посмотри. Никогда Бог не говорит так. Никогда. Наоборот, Бог борется больше с нашей недооценкой, с низкой самооценкой, с нашими вот этими, знаете, какими-то ерундой внутренней. Ему наоборот нужно доказать, да ты большой. Почему? Да потому что большой Христос в тебе. Вот по этой причине ты большой. А не по какой-то другой причине. Когда-то, когда пастор Генри представлял меня давно, он говорит, тут же не важно, маленький пастор, большой пастор, главное в нем большой Бог. Вот это самое главное. И всех лидеров, всех мир, всех стран, всех континентов объединяет одно. Они по какой-то причине думают, что если они скажут Богу, Бог, я недостоин, Бог скажет, Бог вдруг обрадуется, наконец-то. Он сказал, что он недостоин. Вы представляете, ваш ребенок приходит к вам и говорит вам примерную фразу. Папа, я недостоин быть твоим сыном. Пап, ну вообще, ты же понимаешь, как бы, ты мужчина, ты статный, ты видный, ты большой, а я, наверное, женщина. А я, наверное, все даже. Ну ладно, хорошо, я мужчина, но я не так. И ты стоишь, и ты думаешь, это я больной, мой сын больной, или я неправильно воспитывал, или он вдруг попал в какую-то компанию непонятную, где мужчин считают женщинами. Когда мужчина говорит с Марса, то мы вызываем скорую помощь. А когда мужчина говорит, что он женщина, мы даем ему еще права какие-то. Я думаю, что Бог очень часто хочет вызвать скорую помощь к нам. И скорая помощь приходит в виде Духа Святого. Я хочу, чтобы вы поняли. Нет ничего зазорного в том, чтобы сказать Богу, Бог, я жажду быть большим, потому что ты мой Бог большой. Я жажду видеть большие плоды. Это не есть проявлением гордости. Не есть. Гордость – это когда Бог говорит, ты можешь, а ты говоришь, я не могу. Вот это гордость. А когда Бог говорит, ты можешь, и ты говоришь, вау, точно могу, Бог говорит, вау, класс. Вот как Бог реагирует на эти все вещи. Поэтому, когда к нему пришел какой-то молодой пророк и говорит, Бог, я молод, Бог говорит, не говори мне, что ты молод. Я и так знаю, что ты молод. Знаете, мы иногда себя ведем так, как будто вот Бог нас призвал, а потом такой, ух ты, кому ты вообще? Вот это мы так думаем.
призывает. Это очень важно, чтобы мы понимали. И один парень по имени Андрей, он там что-то начал спорить, и Бог говорит: а я видел тебя под смоковницей еще. Я не знаю, что он делал под смоковницей в этот момент, когда Бог его видел, но я знаю. Но я знаю, что бы он там ни делал, я не понимаю, почему уж чего вы так смеетесь, потому что вы думаете, что он там делал. Это проповедник говорит, что он там читал Тору, и ну, как бы у него были какие-то вопросы к Богу, и тогда Иисус. О, видите, а вы думаете, ну. А что вы думаете? Вот смотрите, я не знаю, что делал этот человек там под смоковницей. Я могу вам одно сказать. Что бы он ни делал, это не как бы, ну, не ограничило Бога в призвании его. Что бы он там делал? Я не знаю, что он там делал. Но Бог сказал: что бы ты там ни делал, я помазываю тебя, я благословляю тебя, ты мой сын, ты вообще мое дитя. И если у кого-то есть сомнения, пусть приходят ко мне. Знаете, когда мой сын там в школе что-то у него случается, говорит: приди мне тату. Все порешено. Все порешено. То есть как бы, и знаете, когда он говорит: папа, тебе нужно, ну, пойти там поговорить. Ну, не подраться там, нет, ну простые элементарные вопросы там. Вы знаете, я вообще, у меня грудь сразу лопнула. Пошел, ну и сын на меня рассчитывает. Он знает, что его сила не в нем самом, а во мне. Вы представляете, насколько Бога это радует, когда он тебя зовет как лидера, и ты не начинаешь ему рассказывать, какие у тебя недостатки. Типа он их не знает. А ты начинаешь ему говорить: Бог, класс, я рад, спасибо тебе, Иисус. Я буду стараться, Господь, на максимум. И если у меня что-то не получится, а я знаю, что у меня обязательно что-то не получится, я побегу к тебе, и ты обязательно меня вдохновишь, благословишь, поднимешь, потому что я возлюбленное твое дитя. Знайте, вы любимые Богом. Вы призваны по Его великой благодати и по Его великой любви. Вы призваны не из-за ваших великих дел и великих заслуг. Ну, я не знаю, как вы, но, по крайней мере, я-то точно нет. Потому что до этого все какие заслуги у меня были, это ужас. И я знаю, как только я показываю Иисус, ты мой. И вот я хочу, чтобы вы поняли, чтобы вы, зная это, вы знали, люди, которые придут к вам в команду, они любимы Богом. Они его дети. И Бог доверил вам великую честь заботиться о его детях. Это великая привилегия, которая может только быть вообще. Слава Богу за это. Аминь. Бог великий наш. И я очень рад, что... Так, хорошо. И теперь мы переходим с вами непосредственно к самой команде, к самому лидеру. Я дам вам первый пункт, и у нас будет перерывчик. И у нас будет... Так, первое, что должен иметь лидер. Ну, вообще, если лидер... Давайте мы так, мы поставим вопрос. Если лидер хочет, чтобы у него была команда, или лидер хочет сохранить команду, что у него должно быть? У него должно быть видение и ведение. Очень часто люди думают, что это одно и то же. Это не одно и то же. Видение – это куда мы идем. Ведение – это как мы идем. У вас должно быть... Ну, если с... видением, ну, тут довольно-таки просто. Если вы в церкви Победа, к примеру, города Житомир или города Киев, у вас есть пастор, у вас есть церковь, и в принципе в этой церкви есть видение, куда она движется. Но есть ведение, как мы достигаем это.
И если мы говорим о том, что мы христиане, то, естественно, наше видение, оно идет от Иисуса Христа. Сам лидер должен поститься и молиться о том, чтобы Бог дал ему видение. Я когда-то, когда начинал, я был еще лидером домашней группы. У меня домашняя группа была в центре города. Хороший район, то есть такой, ну, нормальный, там, квартиры дорого стоят. Но домашняя группа не росла. Что я только не делал. Я уже головой в стенку бился, и молился, и постился, и людей на руках на домашнюю группу носил. Причем я это не говорю абстрактно, я говорю, в натуре я брал человека, потому что у меня была на домашней группе женщина, она не ходила, девушка. Я приходил домой к ней, брал ее за руку, приносил ее на домашнюю группу, сажал, проповедовал. Часто даже она одна была на домашней группе. Брал ее, уносил домой. И даже вот так вот. Я думал, что так просто. Вот очень важно, чтобы вы поняли, методы хорошо. Вы прочитали много книг хорошо. Но я хочу, чтобы вы поняли, если у вас нет вот этого видения от Бога, как достичь? И я начал молиться и говорить, Боже, ну в чем же проблема? Ну почему в этом районе не растет группа? И буквально Бог мне ответил, дух нищеты. То есть этот район сковывает дух нищеты. Когда я посмотрел на район, я говорю, Бог, какая нищета, ты вокруг посмотри. Если бы ты мне сказал о Малеванке, если бы ты мне сказал там о Марьяновке какой-то, там действительно, ну, там люди живут, там одна стенка, и это считается дом. Это другой вопрос, конечно же. Но как бы, в чем же проблема? И Бог говорит, дух нищеты. Ну, я там, тогда я уже применил, это было как, в общем, видение, мое видение на домашнюю группу, и теперь нужно было понять, что нужно делать, чтобы поразить. Во-первых, нужно было поститься и молиться, во-вторых, я начал делать сборы на домашней группе. Мы начали сеять, потому что нищета побеждается сеянием. И когда мы начали это делать, и когда я уже уходил, пастор там снимал меня с лидерства, домашнюю группу посылал уже в другое место, в том районе оставалось 5 домашних групп. Я хочу, чтобы вы поняли, вот это вот, я применял разные методы, но методы не работают, когда нет движения Духа Божьего, когда нет вот Бога в этом всем. И это очень важно, чтобы вы постились и молились, чтобы вы спрашивали и интересовались у Бога. Бог, ну, могу ли я там через кофе-хаус привести людей в церковь? Могу! Да это не, это классно, это круто, когда есть люди, там пошел, с кем-то кофейка попил, с кем-то пошел в теннис поиграл, с кем-то там, я не знаю, что там, это как, бэм-бэм-бэм, вот это. Пейнтбол. Пейнтбол, да, или как, да, ну я не знаю, пейнтбол. Тир. Тир, да. Вот так вот, тир, побегал там, это классно, но это не освобождает людей. Это не дает им силы противостоять греху. Это, а нам нужно, чтобы человек был свободным и пошел на небо. При этом все, мы не забываем, что есть методы достижения этих всех вещей. Поэтому очень и очень важно, чтобы мы понимали, у Иисуса была цель спасти людей. Как Он это делал? Он ходил, проповедовал, молился. И еще он поднимал команду, которая будет делать то же самое. Заключаем, и мы пойдем на перерыв. Когда-то мы постарались собрались, и, знаете, есть там в Америке, сейчас и в Украине, и я сейчас не говорю, что я против этого, я просто как бы передаю вам сами соображения. Сейчас есть много такого, давайте там крест оденем, там, ну, то есть маленький крестик, тоненький такой, там, или там рубашечку с этим, с такой, с такой штучкой. И я еще говорю, я не против, если Бог вам говорит, одень крест, и через это поправятся люди, делайте, да Бог вас благословит в этом.
Просто одевая крест, не учите, что именно это дало прорыв. Проблема вот в чем, что мы, являясь лидерами молодежных служений, используя методы, которые нам дал Бог, мы этим, то есть мы не учим людей любить Иисуса, мы учим людей повторять методы. Через какое-то время вы пойдете дальше. Эти люди останутся без Иисуса, но с методами. И вот что произойдет. И если у вас это было дано Богом, и у вас это росло, потому что на этих методах были помазания Божьи, и вы двигались в этом. Когда вы уходите, остаются эти люди с вашими методами, что происходит? Методы остались, Бога на них нету. И что происходит дальше? Когда человек один раз применил метод, второй раз применил метод, а он не работает, он что начинает думать? Эти люди грешники. Почему? На них ничего не действует. Наверное, они в тайном грехе. Наверное, они и разваливают мощные, огромные служения, разваливают вне полностью. Полностью разваливают. И я еще раз говорю. Что бы ни происходило. И вот мы собрались с пасторами, и мы говорим, пастор Генри, ну может давай мы как бы крестики оденем там, ну как бы вот и выйдем там, и православные у нас сразу же покаются, и католики покаются, и те покаются. Пастор говорит, ну в принципе я не против. Но, говорит, когда вы уйдете, вы этих людей, которые сейчас в церкви, вы этому научите. Но когда вы уйдете, а даже не вы уйдете, а уйдет еще следующее поколение за вами, третье поколение, оно скажет, именно это дало прорыв этой церкви. И мы уйдем от Иисуса. И мы придем к методам. Большой бич молодежных служений – это уйти от Иисуса и прийти к методам. Это огромный бич. Молитесь и поститесь, и учите людей, учите команду, что, помните, все, заканчиваю, последний пример, не заканчиваю. Когда они перешли Черное море, Израиль перешел, и Моисей, там все сразу же плясать начали, там Мариам сразу же чин-чин-чин, там мужики пляшут, все, класс. Кого они увидели? Моисей поднял жезл. Авторитет Моисея сразу же поднялся. Вот чем страдают молодежные лидеры. Авторитет всех там. Что вы, пастор? О, молодежный лидер Денис, конечно же, поднимитесь, пожалуйста. Вот мы вам там. Там молодежный лидер там Вася, там вот это вам, там Люда. О, мы поклоняемся вам. Это чем страдает? Я думаю, что это недостаток. Но смотрите, что получается. Очень часто. Вот что получается. Авторитет там Моисея, ура, там все. И Бог приходит к Моисею. Сразу же, как только они перешли Черное море. И он говорит, пойди к этому народу и скажи ему, что это сделал я. Вот что мы должны делать. Мы должны уводить от себя внимание. И переключать его на Иисуса Христа. Аминь. 7 минут вперед. У меня больше не я думал, что рада, но что он с Чернобыля. Да? Когда приехал, я вообще ничего не знал. Вот, ну, я думал, боже, куда меня паспорт посылают, подчеркнули. Приехал. Оказывается, это единственное место, куда не дошла радиация. По причине, почему? Потому что он полностью окружен лесами. Ветер не дадут, получается. Нет, тут оно осело вот близко там в лесах полностью. А и это да, единственное место, куда не дошло, потому что тут. Самое, по-моему, узкое место, это 18 километров леса.
это самое успешное. Да. Вообще, да. Едешь иногда вечером в лени, перебегая дорогу. Кабаны или да. Ну лисы тут как кошки бегают, тут вообще, да. И я как бы это, да. Ну тут я вообще удивляюсь людям, как они по вечерам ходят, потому что тут некоторые пешком ходят. Потому что тут и волки, да, ну, зашла на стая, но говорят, что ее отстрелили. Да? Ну да, как бы, ну тут все очень так по-серьезному поставлено в этом лесном хозяйстве, поэтому... Ну да, они отслеживают, они прослеживают все, то есть там... Как заходит, как переходит, как иммиграция идет. Ну, очень-очень. Я здесь иногда бывает летом пощусь, молюсь, так вот сюда заезжаю на дня три. И вот нахожу здесь по лесу. Очень классно, очень. Поэтому я же в следующий раз, когда будет конференция, приглашайте обязательно всех своих знакомых. Здесь хорошо отдохнуть. И когда едете, в особенности вы, как там лидеры или будущие лидеры, я вам рекомендую, поверьте, забить себе голову разными вещами, вы всегда успеете. Ну, поверьте мне просто на слово. Когда я еду вот на такие конференции, вот как это, что я стараюсь сделать? Я стараюсь отключаться полностью. Просто отключаться и просто, знаете, быть как приемник. Вот, не надо, ой, а это я не забуду, а это я запомню, а это я ищу, а это, ну, расслабь. Если вы записываете, записывайте, без вопросов. Если не записываете, запоминайте, просите, чтобы Дух Святой вкладывал в вас. То есть, это, ну, как бы, принимайте, просто принимайте. Я когда-то учился, еще когда была школа Рикки в Батистромке, я там, так, я там, боже, я все не запомнил, боже, как же так, я вообще, зачем я пошел учиться, я себя чуть не убил себя, короче, за это все. Ну, а потом просто я понял, понимаете, ну, как бы, ведь это и есть рост, когда, ну, вот, твои мозги, они, это и есть рост. Нормально, поэтому не переживайте, приглашайте и тут как бы вот расслабляйтесь для того, чтобы принимать от Господа. Я Господь такой, какой я здесь есть. Вот там вот я буду там, потому что очень часто лидеры, они же должны быть как-то вот как-то презентабельны. Да, и это очень часто с ними играет очень злую шутку. Когда, да, когда они начинают разной ерундой заниматься. Я еще раз хочу, если вы изучаете этикет и живете по этикету, это круто. Но если вы не изучаете этикет и не живете по этикету, но стараетесь выглядеть, как будто вы знаете этикет, это иногда даже очень смешно. Я всегда думаю, там, я в университете учусь, и там эти грузовые лифты большие, ну, как бы, по много людей, там, 15 человек, и поднимаются на 9 этаж в университете. И я вот очень часто захожу, мне нравится, и я вот изучал этикет, и стараюсь жить по нему. Я всегда захожу, так, я пропускаю дамы, все дамы в лифт зашли, мы зашли в лифт, едем, я говорю, скажите, а кто первый выходит из лифта? И все там, ну да, мы, конечно. Из лифта выходит первый, кто стоит ближе к двери. Это по этикету. Это по этикету, дорогие мои. И это, ну, это правильно. Ну, вы представляете, я стою возле двери. Дама, дайте мне пролет. Это, ну, да, это вообще, то есть, будет, поэтому, ну, как бы, и, а все же там, да, это вот как бывает такое, да я знаю Библию, что ты знаешь, око за око, за что он знает. И это смешно, правда, для меня это смешно, потому что я понимаю, это даже не Библия.
это принцип жизни, вырванный из контекста Библии, который есть у мира. Вот поэтому они его и знают. Поэтому расслабляйтесь, умейте расслабиться. То есть вот, довериться Богу. То есть вот. Хорошо, следующее. Мы с вами говорим о команде, как сохранить команду, как иметь команду, как достигать команду. Я был бы вам, я не поставил это по мере возрастания или еще чего-то, но я как бы поставил так, как будто Бог мне давал. И поэтому я вам передаю, может, оно немножко будет скакать из одного в другое. Я хочу, чтобы вы поняли, не все люди, которые будут с вами, дойдут с вами до конца. Это очень важно понять. И тут я хочу взять один контекст. Я не говорю с вами о предателях. Я не говорю с вами о людях, которые там, оставили Бога. Я не говорю с вами о разной ерунде. Я хочу, чтобы вы поняли. Есть один очень важный момент. И этот момент вы должны понимать. Вы лидер служения. И это ваша привилегия, это ваше благословение быть лидером. Люди очень часто не способны нести груз того, что несете вы. Не потому, что они плохие, не потому, что они слабые, а потому, что у них нет благодати на это же. Поэтому я с вами говорил, есть благодать лидерства, есть благодать пасторства. Это, мне порекомендовали так. Я смотрю на сегодняшний день, это действительно работает. Я не всегда делюсь со своей женой, что происходит в церкви. Именно в плане каких-то переживаний тяжелых. Почему? Потому что я пастор этой церкви, и Бог дал мне благодать пережить это. У жены той же самой, она моя жена просто. Вы понимаете? Она рядом со мной, она моя помощница. И что я заметил очень часто, когда я делился с ней переживаниями, люди какие-то неверные или еще как-то. Она в силу того, что она вот любит меня, что она начинает делать? Она начинает меня защищать как человека. Понимаете? А это разрушительно. Это разрушительно, во-первых, для нее, разрушительно для тех людей, с которыми она начинает разговаривать. Почему? Нету благодати. Она воспринимает это по-человечески. И я ее понимаю конкретно. Понимаете? То есть, не всем приятно, когда там, если бы мою жену предали, мне как мужу было бы неприятно. Я бы, поговорил бы, по крайней мере, с тем человеком. И, наверное, что был бы неправ. Потому что Бог дает благодать лидерам. И вот люди, которые рядом с вами, они не всегда способны, на 100% быть. Какую ошибку очень часто лидеры делают? Они перекладывают свою ответственность на человека, который рядом. И этот человек ломается. Ломается не потому, что был плохой. Ломается не потому, что был предатель, а потому что, он на данный момент не способен был вывести это все. Мы видим очень ярко это в Гефсиманском саду, когда Иисус взял троих учеников, которые должны были с ним молиться. Но я хочу, чтобы вы поняли, Голгофа, крест, это призвание Иисуса. Все остальные с ним не могли идти на Голгофу. Помните, как Авраам, когда шел приносить в жертву своего сына, он взял с собой слуг. И Бог говорит ему, иди, я покажу тебе гору, на которой ты принесешь жертву. И когда он шел, и Бог ему показал гору, Авраам говорит, все, дальше я пойду сам со своим сыном. То есть он оставил своих слуг. Не потому, что они были плохие, не потому, что они были неверные, а потому, что принести в жертву сына. Это было призвание Авраама.
Это очень важно. Почему это так важно? Потому что очень часто мы всех гребем под одну гребенку, бунтарь. Или неверный. Вот он, и мы не понимаем, что иногда мы просто дали человеку то, что он не способен был нести. И он оступился. Я хочу, чтобы вы поняли, эти люди, не, он не ушел из церкви. Он не смог сделать так, как вы считали, что это нужно сделать. Что нужно делать? Я хочу, чтобы вы поняли. У таких людей всегда есть путь возвращения. Да. Можно вопрос? Да. А как найти тогда вот край? Есть вот первое, когда люди не готовы стать лидерами всегда, а тут получается, что они, ну как бы, ну их нужно ставить лидерами, потому что они никогда не будут готовы, да? А здесь получается, что... Иметь видение от Бога. Бог всегда вам будет указывать людей, показывать людей. Вот почему я говорю, что мы будем с вами дальше говорить, судить не по слуху ушей, не по взгляду очей, а по ведению Божьему. То есть вот очень часто мы как бы смотрим, о, этот да, этот может вообще, его поставил, бэм, развалился. А другой смотрит, ну Бог тебе говорит, встань, это мой помазанник. А ты смотришь, Бог, он говорит не умеет, он там еще чего-то не умеет, он еще чего-то не умеет. Но его нужно ставить, потому что Бог указал. Я еще раз говорю, что никто из нас не становится лидером, потому что мы все знаем. Мы становимся лидерами, потому что мы имеем Иисуса Христа, который все знает. И вот я же говорю, что здесь очень важно понять, что у таких людей всегда есть путь возвращения. Но этот путь, он уже как бы, вот это то, что я говорю, что если вы настоящий лидер, этих людей нужно уметь принимать. У тебя не получилось. Ну, что ж поделаешь. Но я тебя люблю. Помните, знаете, почему мы всегда бежим к Богу каяться? Потому что мы знаем, что мы приняты, любимы, и Бог не укоряет нас. Знаете, когда в вашей команде будут возвращаться люди, когда они будут знать, что вы их не укоряете, вы их не гоните, вы их любите. Они всегда вернутся. Причем они вернутся, знаете, как дьявол уже там навешал лапши на уши им вообще. Да тебя вообще не любят, да ты никто, зовут тебя никак. Короче, вот сейчас придешь, все тебя засмеют. Действительно, может и будет, кто будет смеяться. Но, знаете, одно дело, когда смеется кто-то в служении, а лидер тебя обнимает. Тогда ты смотришь, ну смейся себе. Вот это очень важно, чтобы вы были вот такими вот лидерами, чтобы вы понимали, что не все люди, они, есть люди, которые действительно взбунтуются и уйдут. Ну, есть такое, ну, хотим мы, не хотим. Но есть люди, которые, вот они хотят быть с вами, и они расступились по какой-то причине, я не знаю, по какой причине. Они даже не ушли из церкви, они как бы, знаете, как бы притормозили немного. Верните. Вспомните. Это очень важно, что вспомните встречу Петра и Иисуса. Для меня это был величайший пример встречи Петра и Иисуса после предательства. Можно сказать, предательства Иисуса Петра. Но я хочу сказать, как разобрался Иисус. Ведь Петр предал не потому, что был предателем, он испугался, но смолодушничал человек, просто смолодушничал, вот и все. А так, он готов, он, вы же понимаете, ну, я думаю, что, ну вот, понимаете, можно по-разному относиться к Петру, вообще по-разному. Но это тот, кто вышел из лодки. Это тот, когда спускалась там с нечистыми, это человек, который воспитан в законе, вообще в законе. И когда спускались вот эти полотна с нечистыми животными, и Бог ему сказал, я говорю тебе, ешь, он сказал, хорошо, Бог, если ты сказал, я буду это делать. Аминь. Это тот человек, когда все побежали, но он любил Иисуса, он не знал, как защитить Иисуса в этот момент. Он понимал, что ему что-то надо сделать, потому что он шел, он знал, он сделал то, что он знал, он достал меч и рубанул ухо. Ну, смолодушный человек. Ну, бывает такое, что
Иисус, Он разобрался в ситуации. И Он знает, это не бунтарь, это не предатель. Испугался. Неужели вы никогда не пугаетесь? Неужели вы никогда не малодушно учите? Бывает и с вами такое. Я хочу, чтобы вы поняли, милость превозносится над судом. Как лидеры, вы должны это помнить. В особенности, если вы служите молодежи. Молодежь наша такая, она такая, ура, сегодня на стенку прыгает, завтра в депрессии сидит. И самое главное, не поймешь, чего он на стенку прыгает и чего он в депрессии сидит. Вообще непонятно. А если вопрос еще касается молодых девушек, все. И я вам предлагаю даже не разбирать, просто разбирайтесь. Если вы видите, что человек верный, но по какой-то причине, ну вот, не знаю, просто помните, он верный. Я хочу, чтобы вы поняли, многое может измениться, но если человек верный, он с вами дойдет до конца. Он может оступиться, но он дойдет с вами до конца. Он может ошибиться, но он дойдет с вами до конца. Он будет ползти, но он будет ползти с вами до конца. Не разбрасывайтесь людьми. Помните, это те драгоценные жемчужины, которые дал вам Бог. Не все бунтари будут в служении. Не все отступники. Не все плохие. Будут такие, будут однозначно, потому что и сегодня там мне иногда говорят, ну вот посмотрите на команды, там вот у Иисуса Он исцелил там сколько, 10, а вернулось только 9, а вернулся только один. Вот видите, какой процент команды. Я плевал на такой процент команды. Я вижу другой процент команды, когда Он призвал 12 и только один предатель, а остальные умерли за Иисусом. Вот это мой пример команды. Вот это мой пример верности. Вот о таком я молюсь. И это будет. И это очень важно, чтобы мы понимали. Потому что людей нужно беречь. Понимаете, Бог дал вам большое сердце, чтобы принять этих людей. Бог дал вам большое сердце, чтобы любить этих людей. Бог дал вам большое сердце, чтобы заботиться об этих людях. И, конечно же, они разные. Конечно же, они разные. Вспомните, да, как Павел пишет, как Павел с Марком поступил. Да, они же с Варнавой поругались из-за этого Марка. Павел психанул, отправил этого Марка. И что он потом пишет? Он говорит, пришли ему его обратно. То есть, вы понимаете, вопрос же не в том, что Марк плохой. Вопрос в том, что Павел психанул, а Марк попал под раздачу. Ну, он там были у него свои, он там побоялся немножко, тоже смолодушничал где-то. Ну, ничего. И Павел, что он говорит, пришли мне его обратно. Я хочу вам сказать, вы не найдете более верных людей, которые по какой-то причине смолодушничают. И вы потом возьмете их и поднимете. Все. Это человек, который, ну, он будет до конца с вами. Я не исключаю, что он опять это смолодушничает. Но опять же, вы же мудрые. Вы же мудрые. Помните, есть люди. Помните послание к Филимону, где вот послание к Филимону, это послание, вот этот прообраз Иисуса Христа, прообраз принятия, как там убежал раб, тот его догонял, тот его хотел убить. И Павел пишет обратно этому. Он говорит, прими его, как мое сердце. Потому что когда-то он был негоден, а сейчас он годен. Вот есть люди, которые когда-то были негодные, ну, по какой-то причине. То есть, не, что я хочу вам сказать, не гребите всех под одну дубинку. Не гребите. Как говорят, по-моему, что немцы, они говорят, чтобы с водой не выкинуть ребенка. Потому что очень часто так и бывает. Очень-очень часто. Всегда нужно молиться. Если вы принимаете решение молиться, нужно слушать Бога. Нужно принимать решение на основании Слова Божьего. Не все дойдут до конца.
Следующее, что должен лидер, чтобы иметь команду? Лидер должен учиться. Ну, я думаю, что вам все прожужжали уже уши об этом. Но я тоже еще прожужжу вам немного. Лидер должен... Я не предлагаю лидеру учиться. Я думаю, что он должен учиться. Если он вообще нормальный лидер. Потому что нормального лидера от ненормального лидера отличает именно это. Ненормальный, он говорит, а я все уже знаю. Там, опять на конференции, я уже знаю. Нормальный, что опять класс, буду принимать, буду вообще, какое откровение. Знаете, я закончил сам библейскую школу в Киеве, а сейчас учу в Киевской библейской школе. И когда Ольга Анатольевна меня приглашает, она всегда говорит, спасибо вам, что вы приехали. Я говорю, Ольга Анатольевна, вы вообще не понимаете, я говорю. Я говорю, это я благодарен, что я сюда приехал. Потому что всякие, знаете, у них там разные стенды висят в Киевской церкви, там. И я всегда подглядываю, я всегда фотографирую все, что у них там есть. И сразу же в церковь привожу, и все говорят, вау, какой ты пастор мудрый. Я просто где-то посмотрел, научился. Вот и все. Я там посмотрел. А самое большее, и когда я учу на библейской школе, я учу, и такой думаю, так, стоп, это надо записать. Ты сам учишь, и ты сам прозреваешь от этого. Лидер, должен быть открытым для обучения. Галатам 2.1.2. Послание к Галатам, 2 глава, 1-2 стих. Павел, да, смотрите, мне очень нравится Павел, как начинается его служение. Кто знает, как началось служение Павла? Сгонял Павла. Хорошо. Я не слышал такого еще. Хорошо. Почему он сгонял Павла? Ему явился Господь, да? То есть смотрите. Павел, вы представляете, начинается ваше служение. Как начинается ваше служение? Вам приходит сам Иисус Христос. Все. Сам Бог ко мне пришел. Я просто знаю некоторых людей, если бы сейчас к ним пришел Бог, поверьте, они бы уже с вами даже не разговаривали. Просто не разговаривали. Что ты говоришь? Слышишь? Я вчера спал, ко мне Иисус пришел. Служение Павла именно так начинается. К нему приходит Иисус Христос. Говорит, Павел, сам служение. Что приходит? Иди туда, я тебе скажу. Хорошо, приходит Ананья, он помолился, он вообще пришел в Варнаву, взял за руку, его помазали на апостолство, он там чик-чик-чик-чик-чик. И что происходит? В Галатах написано, потом через 14 лет опять ходил я в Иерусалим с Варнавой, взял с собой Тита, ходил же по откровению и предложил там и особо знатнейшее благовествование, проповедуя многих язычников, не напрасно ли я подвязаюсь. Он пошел туда, он пришел к Петру, он пришел к Иоанну, это человек, которому явился сам Господь. Он говорит, ребята, подскажите мне, пожалуйста, все ли нормально со мной? Все хорошо. Они говорят, Павел вообще, даже Петр иногда цитирует, в одном из посланий он цитирует Павла. Вы представляете, какой авторитет у этого человека? Что сам Петр, который рядом с Иисусом, он цитирует его, а этот человек, у которого огромнейший авторитет, он приходит к Петру и говорит, Петр, смотри, вот так вот я проповедую. Вот так, правильно это? Петр говорит, нормально. А смотри, а вот здесь вот я использую вот это. Правильно это? Он говорит, нормально. То есть он пришел учиться. Он был Павел, потому что он учился. Он закончил высший вуз у ног Гамалиила. Он знал как минимум 2 иностранных языка.
Ну, по крайней мере, я так думаю. Ну что там, знал израильский, греческий, там, или как там в Иерусалиме, я не знаю, как он называет. Идиш, да? Нет, не знаю. Я не знаю. Буду учиться. Арамейский какой-то там. Арамейский. Или не было его. Ну, я знаю, что он знал какой-то, что он мог разговаривать с евреями, а потом переходил на греческий, потому что его тоже понимали. Там, как с римлянами общался, да, он. То есть он знал, и при всем его обучении он еще учился. Через 14 лет он, то есть он прослужил 14 лет. У него уже были церкви почти по всей Азии. Он уже был помазан, уже люди прозревали, уже люди воскрешали из мертвых, уже многое происходило. И я думаю, что именно по этой причине он стал тем, кто он есть, по той причине, что он умел учиться. Дорогие мои, у вас есть великое благословение, вы имеете, если вы лидеры, вы имеете пасторов. Учитесь у них. Вы имеете такие конференции, приезжайте, и знаете, не приезжайте сюда, так, что вы мне тут все расскажете. Приедьте, как будто у вас мозги орешек. И попросите, расширьте мои мозги. Чтобы я на голове стоял, на ногах прыгал, там бегал, ползал. Но я не хочу ехать отсюда с вот такими мозгами. Я хочу, чтобы мои мозги расплавились, но я знаю, мы их сформируем потом обратно. Худшее, что может быть в лидере, это когда у него пропадает стремление обучаться. Это самое худшее вообще. И я не говорю сейчас про университеты и институты. Это тоже очень важно. Я говорю сейчас про обучение вот рядом, много Гамалиева. Ну вот, знаете, я узнал, что пастор Генри приезжает. Можно ли было бы сказать, ну, пастор Генри, там, ты знаешь, повернешь налево и там проедешь, найдешь. Можно, можно. И я знаю, что пастор Генри нашел бы, как приехать. Без никого вообще. Но я пришел к своему пастору. Почему? Я работаю в офисе, и мне нужно раньше уйти. То есть я не могу прийти и сказать, знаешь, что я поеду пастора Генри встречать, поэтому я, ты мне пастор не указ, я поеду. Я пришел, говорю, хочу поехать встретить. Пастор Виталий сидит. Генри? Так, а я? Прошу, я не понял. Я тоже? Как этот пастор приезжает, и я? Вообще, он говорит, у меня не укладывается там в голове. Как, все, мы едем, давай, джу-джу. И мы ехали, встречали, вдвоем встречали, втроем еще, пастора, жена была Наташа. Втроем встречали, провожали, и потом... Как благословение, мы сидели и общались. И вы знаете, когда я общаюсь, у меня вот такие вот, они еще больше становятся для вас. А урод я пытаюсь закрывать. Учусь. Потому что я знаю, в этом благословение. Всегда, когда вы едете на какие-то конференции, там, вот, знаешь, я со своим другом приехал, и я смотрю, он всю конференцию с этим другом уходит. А что ты сюда приехал? С другом ходите. Вообще, я всегда рекомендую, если вы приехали куда-то, селитесь в комнату с кем-то, с кого вы не знаете. О, ну это так тяжело строить отношения. Да. Это так тяжело. Я своего друга знаю, я ему это не скажу, он не обидится. А ты что-то сказала? Включи чайник, она бах обиделась. И ты понимаешь, что не все такие, как твои друзья. И ты начинаешь учиться. Когда мы приезжали на пасторские посты, пастор мне всегда говорил, Юра, селись с теми, кого ты не знаешь. О, Боже. Ну как, ну зачем это мне надо вообще? То есть. Хорошо, следующее. Вы говорили, что лидер должен учиться. Следующее.
учитесь отпускать людей. Помните, что вы сеете, то вы и пожнете. Это к людям тоже относится. Мы думали, что это только к деньгам относится, это относится и к людям. Рядом с вами поднялся такой вообще человек, и он приходит к вам и говорит, Фил, ты знаешь, как-то вот Бог вкладывает меня в прославление идти. А я? Так а я ж молился, простился за тебя. Самое главное, что человек не уходит в мир. Вы понимаете? Он уходит просто в другое служение. Ну, я имею в виду, я сейчас говорю только о нормальном служении. Я не говорю о ненормальном служении. Я надеюсь, что вы понимаете. То есть есть разные в голове мухи летают, тараканы. Мне нравится, да, что есть такие решения, от которых тараканы в голове хлопают стоя, да? Правда. Или у некоторых, да, окна это глаза души, а у некоторых это иллюминатор. Это правда. И я сейчас не говорю о тех, у кого глаза это иллюминаторы. Я говорю о тех, у которых глаза это окна души. Вот. И он приходит тебе, и он говорит, что ну, ты знаешь, что Бог вкладывает в сердце это сделать. Ну, по крайней мере, я всегда был таким до какого-то момента. Я думаю, раз человек поднялся со мной, это мой. Для моего служения. Если он гад попытается свалить, я ему расскажу. Это сохранит ваше сердце. Это сохранит. Учитесь отпускать людей. Это я говорю вам из своего опыта. Поэтому поднимутся люди в вашем служении для другого служения. Люди. Поднимутся. Но, если вы научитесь отпускать людей в другое служение, то, что вы посеете, вы пожнете в 30, 60 и 100 крат. Но, вот брат, ты киваешь головой, молодец, в Библии не так написано. В Библии написано 160 и 30. Это меняет немножечко подход Бога к самому вот этому исчислению. Потому что наш Бог – это Бог 100. Он начинает со 100. Это мы уже спускаемся на 60 и на 30. А он начинается с 100. Поэтому мы пожнем 100, 60 и 30. Аминь. Правда? Это классно. Исаия, 43 глава, 21 стих. Книга пророка Исаия. 43 глава, 21 стих. Это то, что Бог мне показал, когда я решил убить очередного брата, который захотел идти в другое служение. Исаия 43 глава 21 стих, и здесь написано, Бог говорит, это Бог говорит своему пророку, этот народ я образовал для себя, не для тебя, не для твоего служения, не для твоих нужд, этот народ я образовал для себя, для чего? Он будет возвещать славу мою. Вот, лидеры, возьмите это себе в ум и запечатлите это на себе на сердце. Люди, которых рядом с вами поднимает Бог, Бог поднимает их для себя. Они не ваша собственность. Они не ваши рабы. Они Божья собственность. Вот, когда я решил убить очередного брата, я начал читать Библию. И я прочитал этот стих. Я стал перед Богом, и я покаялся, сказал, Бог, прости меня. Я хочу вам сказать, я служил в реабилитационном центре, у меня всегда была одна нужда. Это нехватка наставника в реабилитационном центре. Это такая конкретная нужда. И я нацелился так, чтобы у меня были наставники, что к концу сезона у меня было 8 их. Реально, 8 наставников. На один день по наставнику на неделю. Даже мы перескакивали одну неделю. Но я хочу вам сказать, не было больших проблем в реп-центре,
чем когда-либо, когда у меня было 8 наставников. Не было. Почему? Потому что теряется связь. Тот, когда пришел на смену, вышел через 8 дней, там уже другие люди в репцентре. А передача происходит, не происходит, непонятно. И я не мог понять, не думаю, ну, было 3 человека, было тяжело, но не так проблем было. Стало 8, стало легче, но проблемы удвоились. И я тогда начинаю размышлять, и Бог дает мне этот стих. И я пришел к ребятам, к своим. И я пришел к своим ребятам, и я говорю, ребята, кто из вас имеет откровение служить в другом служении? Все такие. Они знают, что я сразу же умею. Пошел. Они сидят, я говорю, ребят, вы не поняли. Я благословляю. Реально, благословляю и отпускаю. Реально в моем сердце есть сегодня отпускать. И я хочу этого. То есть вы не понимаете, я этого хочу, чтобы вы реализовались. Потому что Бог образовал вас для себя. И вы знаете, из 8 наставников 5 ушло. И эти, вы представьте, эти люди служили, но они служили не потому, что любят Бога, а потому что боялись, что я их прокляну, когда они уйдут. То есть я вроде бы хотел служить Богу, но именно я был препятствием служения Божьего. В это очень часто попадают лидеры, дорогие мои, очень-очень часто попадают в такую проблему лидеры. Очень часто. И когда я сказал, один ушел там в прославление и со временем стал пастором, причем пастором в церкви, у которого воскрес человек из мертвых. Другой там пошел туда, третий пошел туда, четвертый. Мы остались 3 наставниками. Но я хочу сказать, эти трое, они как кони были. Кони. Они вообще, то есть, они разрывали в хлам дьявола просто-напросто. Да, один из них там 3 суток, второй 2 суток. Жены там плачут дома, они жен успокаивают дома. Реабилитанты успокаивают. Ну, у них помазание, они кони, понимаете? Вы должны понять, даю вам маленькую ремарочку. Вы должны быть пастором овечек. И вы к этому привыкли. Лидером овечек. Молодцы. Но вы еще должны быть понятны. У вас в служении могут быть и кони. Вот это то, к чему не привыкли лидеры вообще. А в Библии об этом говорится. В Библии об этом говорится. Вы читали в Библии, где говорится, что когда конь, он слышит зов трубы, он копытом роет. Слышали такое? Вот поставьте туда овечку, она умрет от страха. Поставьте туда овечку, а этот услышал, давай, куда? Он готов грести вообще. Это очень важно, чтобы вы понимали. Чтобы вы понимали, у вас в служении будут овечки, они смиренные, они попали их молиться, поставили, будут молиться, умрут в молитве, но будут молиться верно. А будут кони. Он им вообще, куда? Туда! Побежали! Это! Делаем! Сюда! Рвем! Бам! Шум! Шум! Но я не говорю вам, там, где должны быть овечки, не ставьте коней. Они поубивают всех вокруг себя. Им нужна война. Им нужно сражение, им нужно переживание, им нужна борьба. Когда ты ставишь и говоришь, так, сегодня начинаем молитву, изгоняем бесов, все, это, знай, этот человек, он будет изгонять бесов из стен, из всего чего угодно. Ну, нормально, я уже пью. Но поставьте туда овечку, она... Учитесь отпускать. Учитесь принимать своих людей и учитесь их отпускать. А есть гитара? Кто-то умеет на гитаре играть? Да. Если да, вы... да, да, пожалуйста. Да, потому что мы уже заканчиваем.
очень важно. Понимайте своих людей. Бог поднимает народ для себя. Бог не поднимает людей для вас. Это очень важно, чтобы вы понимали. Бог поднимает людей для себя. Для себя. Будьте помазаны в этих вопросах, чтобы понимать это все. Быстро я иду дальше. Следующий пункт. Люди идут за тем, кто имеет сильные отношения с Иисусом Христом. Вы скажете, ну, при чем тут люди? Я хочу, чтобы вы поняли, нет более чувствительных личностей, чем люди в вашей команде. Они всегда переживают, имеете вы отношения с Богом или не имеете вы отношения с Богом. И если у вас сильные и крепкие взаимоотношения с Богом, люди пойдут с вами до смерти. Реально вам говорю. Реально и конкретно. Я просто знаю, если есть кто с Чернигова, нету здесь никого. Есть Чернигова? Нету. Пастор Гевор такой есть. Ну, вы наверняка знаете его. Вот это он подошел к пастору Гену и говорит, пастор, ты для меня и папа, и мама, и дедушка, и бабушка, ты все для меня. Это вот тогда пастор, он имел откровение об отцовстве более глубокое. Ну, вы знаете, вот Геворг, он рассказывал мне как-то, они проводили курсет, еще Геворг, он был, я не помню, он охраной тогда занимался, пастор, или чем-то, или там, ну, как-то был рядом с пастором, и пришло, ну, пришли там из милиции, из СБУ тогда, и сказали, что в этот день будет покушение на пастора, прямо на этом курсете. И он, Геворг, он говорит, я весь курсет был рядом с Генри. Никто не сказал Генри, что это будет, потому что ему нужно было вести курсет. Но он говорит, я весь курсет был рядом с ним. Почему? Он говорит, я знал, если будут в него стрелять, я стану перед ним. Дорогие мои, такое не происходит просто. Такое происходит только тогда, когда платят либо большие деньги, либо ты имеешь любовь. Вот только тогда такие вещи происходят. По-другому такие вещи не происходят. И вы знаете, когда потом спрашивали Георга, почему, он говорит, я так видел, что вот, ну, этот человек такие глубокие отношения с Богом. Как много Бог делает через него. Вообще. Это Иисус Навин 1:16-17. Иисус Навин, 1:16-17. Книга Иисуса Навина, 1:16-17. Смотрите, умер Моисей, и Бог ставит Иисуса Навина. Я хочу сказать, это тоже, но это вы уже, когда будете там лидерами немножко повыше, а вы поймете, это тоже очень такой острый переход, когда меняется лидер в служении. То есть, помните, когда меняется лидер служений, никогда не укоряйте людей, что они по какой-то причине, ну, стали немного непосвященными. Они любили этого лидера, они были рядом, их сердце было рядом с ним. И когда поставили другого, я хочу сказать, не так просто сразу перестроиться. Очень даже непросто сразу перестроиться. Это очень тяжело. Это требует времени, это требует посвящения, это требует даже... Я хочу сказать, в большинстве, ну вот я привык к чему, у меня очень часто меняются директора центров, то есть лидеры команд, и я привык к тому, что очень часто, почти в 90% случаев, меняется лидер, меняется команда. И на это нужно время. Очень мало остается людей со старым, с новым лидером. Чаще всего кто-то идет за своим лидером дальше, кто-то, еще что-то, но это очень важно, чтобы мы понимали. И смотрите, и там, ну, Иисус Навин, он переживал, потому что Моисей был великим лидером. Это представьте, это сейчас пастор Генри уехал, он сказал, ну все, братан, теперь ты ведешь церковь в победу. И ты, ну, ты в потере полной. Реальной потери. Потому что кто ты вообще вышел? Да, ребят, я сегодня вместо пастора Генри сразу 90% церкви оп, встало и пошло. А куда пастор поехал? Туда. Ну хорошо, мы уезжаем с Украины, едем за пастором. Это тоже нормально. Но
Смотрите, и говорит Израиль Иисусу Навину. Они в ответ сказали, все, что не повелишь нам сделать, сделаем. И куда не пошлешь нас, пойдем. Как слушали мы Моисея, так будем слушать и тебя. И смотрите, какое условие. Только Господь Бог твой да будет с тобою, как был с Моисеем. Аминь. Вот что для них важно было. Для них важно было не то, что правильно, неправильно. Они говорят, пошлешь туда, поедем туда. Скажешь это, сделаем это. Вопрос не в том, что ты куда ты пошлешь и что ты скажешь сделать. Вопрос в том, есть ли Бог с тобой? И я хочу вам сказать, люди пойдут за вами, когда будут видеть ваши отношения со Христом. Вашу любовь. Вот тогда они будут следовать за вами. Причем будут следовать некоторые даже до смерти. Реально, конкретно до смерти будут следовать. Некоторые будут иметь это откровение в служении. Может так и рад немножечко, да? Потому что я уже приближаюсь к окончанию. Следующее. Лидер должен молиться за помощника. Это глупость, когда лидер думает, что Бог ему даст помощника просто потому, что он хороший лидер. Не бывает такого. Ну, бывает, конечно. Но чаще всего стоит молиться за помощников. И когда мне говорили, нужно молиться за помощников, я всегда это понимал. Но слава Богу за моего пастора, который, он не только мне сказал, что нужно молиться за помощников, он мне сказал, о каких помощниках нужно молиться. И я вот хочу вам дать качество. Чтобы вы сейчас, когда вы будете молиться за помощников, чтобы вы не молились, Господи, дай мне какого-то помощника, вот такого и получите. И я всегда, когда молюсь о помощниках, я молюсь вот этими местами. Исаия, 11 глава, 2, 3 стих. Исаия, 11 глава, 2, 3 стих. Это говорится о Иисусе Христе. Но я думаю, что это мудро будет, если и почиет на Ним, на Нем, Дух Господень. Первое, что я молюсь, Боже, я прошу Тебя, чтобы Дух Господень пребывал на этом человеке. Первое качество моего помощника – Дух Господень, чтобы пребывал на Нем. Чтобы Ты вел его, чтобы Ты наполнял его. Второе – Дух премудрости и разума. Господь, я прошу Тебя, дай мне помощника с премудрого, разумного. Дух совета и крепости, чтобы был на нем. Чтобы этот человек умел консультировать людей. Он умел советовать, он умел вдохновлять и сам был крепкий. Потому что мне важно, чтобы человек, который рядом со мною, он был крепкий. И чтобы этот человек имел дух ведения и благочестия. Господь, я прошу Тебя, дай мне одного помощника, который будет иметь дух ведения, благочестия, Господь. Во имя Иисуса. И еще и страхом Господним, чтобы он был исполнен, этот человек. И чтобы он судил не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решал дела, но основывался всегда на Слове Божьем. Вот я прошу таких помощников. И я не просто прошу помощников, я знаю, каких Бог желает этих помощников видеть. Следующее место из Писания – это Деяния, 13 глава, 22 стих. Деяния, 13 глава, 22 стих. Книга Деяний, 13 глава, 22 стих. Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствую, нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Исеева, который исполнен все хотения мои. Вот я молюсь, когда о помощниках своих, я прошу, Господи, я молю Тебя, чтобы они, ну вот сердце их было настолько открыто для Тебя, чтобы они жаждали исполнять хотение Твое. Чтобы я их не заставлял, чтобы это, то есть
и чтобы когда они будут рядом со мной, ты бы говорил Господь, вау, это по сердцу моему. Это важно. Ваша команда сильная будет. Ваша команда помазанная будет. Не просто молитесь о каких-то помощниках. Возьмите. В Библии очень много. Кто епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть. Кстати, там нету ни одного слова о помазании Духа Святого, о дарах Духа Святого или еще чего-то. Там нету ни одного слова об этом. Там есть, он должен быть дружелюбен, муж одной жены, и заканчиваем. Последнее. Если вы хотите сохранить свою команду, если вы хотите сохранить самого себя, сохранить людей в вашей команде, учитесь делегировать власть и передавать помазание. Самое худшее, что вы можете сделать, о, я помазан всем в служении, и все теперь должны меня любить. Я никому не отдам свое помазание, а вдруг он станет больше меня. Я хочу, чтобы вы поняли, у кого из вас есть дети, я хочу вам передать одно желание, которое есть у вас. И я узнаю наверняка, что оно у вас есть. И вы согласитесь с этим. Вы страстно, если вы любите своего ребенка, вы страстно хотите, чтобы он жил лучше, чем вы. Чтобы он был выше, чем вы. Чтобы он был обученнее, чем вы. То есть нормальный отец всегда жаждет, чтобы его дети были больше. Так жаждет и наш Отец Небесный. Он сказал, дела, которые я сотворил, и вы сотворите, и больше сотворите. Я сегодня сказал, так больше меня никто не сделает, потому что кто сделает меня больше, как Павла не дал. Мне он сказал, они будут делать больше, и они вообще, когда они будут делать больше, я буду радоваться. Нормальный лидер в служении, когда он помазан, он чувствует на себе помазание, он передает это помазание. Поэтому мой вам совет, моя вам рекомендация, громко, всегда возлагайте руки на людей в своем служении и передавайте им помазание. Ну вы знаете, у меня сестра, но у меня в служении 10 братьев. Но раз Бог поставил вас, дал вам благодать, значит, эти братья будут помазаны, когда вы будете возлагать на них руки. Я хочу вам сказать, первый мой лидер, который у меня был, это была сестра. Причем в тот момент, когда я считал, что я вообще крут. И когда пастор сказал, у нас лидер, я такой, ну ладно, пусть будет. Я как бы. Все равно я керую. А Бог любит такие вещи вообще. Он так любит. И я молюсь, тащусь, Боже, дай мне слово, и Бог дал мне слово на служение. И я уже, халлуя, небеса спустились на землю, звонит сестра. Говорит, ну что, ты готовишься к служению? Я говорю, да. Говорит, сегодня будешь проповедовать о вере. Говорит, как у детей. Как? Я только что от самого Иисуса Христа. Откровение. О чем мне нужно проповедовать? И тут мне звонит какая-то женщина. Ну, она лидер, я понимаю, да, конечно. И она мне, который только что от самого Иисуса принял, что нужно. Она мне говорит, о чем надо проповедовать. И слава Богу, я понял одно. Послушание больше жертвы. Я встал, сказал, Господь, ты знаешь, вот ты ее поставил. Я же от тебя, конечно же. Я, как бы, Господь, знаю, о чем ты. Но вот она мне сказала, что нужно проповедовать о вере. И я, Господь, смирюсь,
Потому что она сказала проповедовать о вере. Я смирюсь и буду бегать и мэрить. Но если она от тебя, дай мне откровение о вере. Не прошло и 3 минут. Я имел откровение о вере, о чем мне нужно проповедовать на служении. Послушание больше жертвы. Умейте делегировать власть. Умейте, если вы помазаны, быть послушными и передавать помазание. И мы сейчас будем молиться об этом. Числа, я прочитаю, и мы будем молиться об этом. Числа 27 глава, 18-20 стих. Числа 27 глава. Числа 27 глава, 18-20 стих. Я так люблю, когда приходит Иисус. Я хочу вам сказать, когда вы будете умирать, я уверен, у многих из вас будут дети, внуки, правнуки, и они будут окружать вас. И я хочу вам сказать, если вы с Господом, вам не будет страшно. Вы будете удовлетворены, вы будете насыщены жизнью. И вы будете говорить, ну, ребятки, что вы плачете? Класс, я прожил, я прошел свой путь, и я рад, что Бог забирает меня к себе. Я хочу вам сказать, будут хорошие дома, машины. Я думаю, что у мужчин будут красивые жены, у женщин будут красивые мужья. Не важно, сколько им лет, они все равно будут красивые. У вас будут мудрые, образованные дети. Но я хочу вам сказать, ничто не принесет настолько удовлетворения и вот этого насыщения, когда вы будете видеть вот измененных людей, вот этих рожденных. Когда я сегодня смотрю на служение реабилитации, вы думаете, я вижу этих освобожденных наркоманов? Да, они уже вот здесь. Слава Богу за них, что Бог их освобождает. Знаете, кого я вижу? Детей, которые родились от них. А ведь их никогда не должно было быть. Никогда. Вы представляете? Вообще. Эта семья никогда не должна была быть. Сегодня я смотрю, там бегает Даник, смотрю, там Захарчик бегает, Анюта бегает. И я на них смотрю, и я знаю, дьявол хотел их сорвать. Их не должно было быть, потому что их папа и мама, или папа, или мама, или папа и мама вместе, дьявол сам. И я знаю, когда я буду умирать, я буду лежать. И я буду смотреть, уже в этой Анютке там уже внуки есть. А я буду знать, их не должно было быть. Не должно было быть. Потому что дьявол взял в рабство. Но помазание Божье, но сила Божья, которой Бог одарил, когда возлагал руки на этих людей, эта сила Божья, она разрушала эти оковы, она разрушала это рабство. И сегодня эти дети бегают, потому что когда-то произошла вот эта передача помазания силы, власти Божьей. Вот это то, что насытит вас. Это то, что даст вам вот это вот. Господи, я к тебе. Тут уже вот правнуки бегают, они продолжат. Я уже бегать не могу просто. Они бегают. Ты их говоришь, бегай быстрее. Да, дедушка, я знаю. А, ну хорошо. Вы же лучше меня знаете, конечно. Я же был. Сказал Господь Моисею, возьми себе.
себе Иисуса Сына Навина, человека, в котором есть Дух, и возложи на Него руку Твою, и поставь Его перед Елизаром священником и перед всем обществом, и дай Ему наставление перед глазами их. И дай Ему, заметьте, не Бог говорит, я дам Ему, а написано, и дай Ему от славы Твоей, чтобы слушало Его все общество сынов Израиля. Я хочу, чтобы вы поняли, когда вы лидер, вы помазаны. И когда вы возлагаете руки на людей, вот то помазание, вы даже не знаете, какое оно, поверьте, вы думаете, что вы знаете, но вы не знаете, какое оно. Вот то помазание, которое есть через возложение рук, оно приходит на человека. И он, вот происходит эта передача помазания и силы. Происходит делегирование власти, когда ты возлагаешь руки на человека, и ты говоришь, слушайте его. Очень часто люди будут слушать не потому, что он правильный или неправильный, а потому что лидер делегировал ему власть. Никогда не бросайте человека просто так. Слушайте его! Чего? Давайте подвигаться. О, Иисус, Иисус, Иисус.